Привет, друзья, с вами Ваймс, и это снова Blasphemous. В прошлый раз я пришел сюда, и, собственно, все. Но также я получил обилку, которая позволяет мне растить корни, но возвращаться в начало и смотреть, где я могу ее применить, я не хочу. Если я найду Fast Travel, тогда я, наверное, этим займусь. Но пока что поехали вперед, смотреть, что тут происходит. Также я какое-то время не играл, так что не помню, как это все управляется и как это все работает. Но это явно ловушка. Также это явно музыка. Также это явно секретка. Ок. Плюс мана. Норм. Вполне норм. Мне бы также найти статую меча. Библиотека опровергнутых слов. А наверху что? Совсем наверх я отсюда не допрыгну. А здесь? А. Здесь какие-то интересные враги. И стулья. В комментах написали, что стулья удобнее всего убивать вот так. Примерно, только допрыгивая и дамажа стул, а не врагов под ним. В общем, если держать вниз в прыжке, то я подпрыгиваю на противника. И действительно, это удобно. Нет, чувак. А. Ну, он легкий. Вау. Потому что этот спам очень легко парируется. Но при этом, если криво прижимать, то немножко хуже все. Чувак. Ок. Этот чувак тоже довольно легкий, как обычно. Ну ладно. Я на 100% уверен, что это ловушка. Но проверять не буду. Ну, в том плане, что если она меня коснется, то она меня сдамажит. Ага. Ага. Окей, чуваки не парируются в том плане, что... Они меня отталкивают, блин. Когда-нибудь я научусь... делать эту атаку каждый раз, когда я хочу ее сделать. Они рандомно останавливаются посреди чарджа. Ок. Тут можно подамажить верхний этаж. Это удобно. Хотя и не супер легко. Ну ладно. А здесь можно было... Нет? Да. Опустить лестницу? Не уверен, зачем. Это как бы не особенно время экономит. Ладно. Стоит ломать все, что ломается, потому что я этим хилюсь. Логично. Так, ну это изи. И это трапециевидная кость ювелира Йигера. Семью Тайрена Йигера несправедливо приговорил к костру инквизитор Ашган. Ослепленный местью, Йигер изготовил кольцо с останками родным, который теперь считается проклятым. Родных, наверное. Или что? Или я не понял. Неясно. Ну ладно, туда я не допрыгну? Не. Ну ладно. Я хочу посмотреть, что еще наверху было. А, да, это действительно ловушка. И она как-то немножко дольше дамажит, чем я думал. Ну ладно. Ну, наверху явно что-то еще было, там предмет есть. Ага, и секретка. Сначала предмет.
Чувак. Чувак. Ладно, я не против. Тут есть предмет и лестница. Так что сначала, конечно, предмет. Но потом я в секретку вернусь. А, священный аметист. Драгоценный камень, от которого исходит сильный аромат фимиама. А в матери-матерей украшенные курильницы были наполнены ценными камнями и бусами. И освещали их испарениями своими. Ок. Этот аметист лежал в самой большой курильнице из всех. И благословение его дает обладателю сильную защиту от магических атак. Возьмите все украшения, все драгоценные камни, все золото из этих сундуков, чтобы осветить его. Ибо сегодня мы облечем святого и вознесем его тело до небес. Окей. Ну, сильная защита от магических атак, это, наверное, полезно. У меня было что-то просто на защиту от магических атак. Ну, не знаю. Я сюда поднимусь просто, чтобы у меня было открыто на карте. Но сначала я все-таки хочу узнать, что... А, что здесь? Также я, видимо, могу падать сквозь эти платформы. Это немножко неожиданно. Угу. Здесь полезная вещь. А, я даже сделал это. Это мне бутылки тоже пополнит? Да, класс. Полное здоровье, полные бутылки. Всего за 650. Учитывая, что у меня 17 тысяч. И учитывая, что здесь врагов довольно много дают. Это довольно неплохо. Ок. Ок. Так, вот это вот довольно плохо. Ладно. Зато получилось. Чувак, куда ты улетаешь? Ок. Стул улетел от меня. Это печально. Слева где-то должен быть спуск обратно, наверное. Но, наверное, я сначала пойду направо. Ну вот он прилетел. Ему не помогло. Угу. Journey filled with reflection not enough? What of the calluses on the feet, the cramps in the legs, the thirst, the forehead scorched by a sun that seemeth never to set? And what about the torturing of the mind when guilt pierceth our hearts time after time? What more punishment do ye want, O sins of mine? Okay. Thou art before the first pilgrim, the first of the barefoot rule, master of all errant sinners. This old limestone statue was erected where the pilgrimage of the master ended, where he took his last step. It was then that the miracle carried him in its arms so he could continue his path on the road of the old processions. Okay. Barefoot master, what else dost thou want from me? Barefoot master. Ну, не знаю. Может быть, я могу его стукнуть и убить, но не. Я пойду. Не ясно. Ай, это не то, что я хотел сделать. Ладно. Сколько еще молитв потребно великому кадилу? Когда уже утомится оно и перестанет раскачиваться? Когда мы снова сможем стоять? Преклони голову, закрой глаза, молись и не поднимайся. Ок. Ладно. Опасно. Насколько оно врагов сносит?
идеально. Класс. Нет. Враги, вы не вовремя прыгаете. А, ну там в центре платформа, но я не уверен, что я хочу с ней связываться. Хотя... Я хочу, по крайней мере, посмотреть, что там еще. Там еще платформы. Могу я выше забраться? Могу. Класс. Окей. Угу. А тут просто ничего? Не, ну ладно. Но это выглядит как что-то неприятное и сложное. А, особенно если я падаю вниз, и платформы подо мной не появляются. Да, это выглядит как что-то неприятное и сложное, учитывая, насколько кривой платформинг в этой игре. Ну ладно. Почему я путаю кнопки? Я вместо парирования жму хилку, и она тратится. Но не успевает меня похилить, потому что я еще... Ай. Не задамажен или что-нибудь типа того. Эти легкие, но довольно резкие. Ну что поделать. Ок, ок. А можно я буду парировать, когда я жму парирование? Спасибо. А да, это этот зал. Ну, я могу вот так сделать и забить на всех. Фига. Так, почему оно меня дамажит, когда я в вороте? Мне казалось, у ворот это подкат, именно в том плане, что он низко проходит. Но не, просто приседание норм, у ворот не норм. Ладно. Надо ли мне здесь прыгать? Не уверен. Ок. Почему мой труп здесь? Можно вернуть платформу, не? Нет. О, норм. Успею ли я? Нет.
Ладно, хотя бы не насмерть. Что я из этого получу? Дымящееся сердце Сиама. Увеличивает силу и время действия молитв, но также увеличивает затраты рвения на их произнесение на одно деление. Труды и милости прискорбного чуда. Стих 1. Великое сухое древо, в которое превратилось его святейшество трудами и милостью чуда, сгорело в ночь сильных бурь. Оно горело 90 дней, и когда догорало, осталась огромная куча пепла, которая покрыла башню главной галереи Кафедрального собора, оставив на вершине преображенный престол его святейшества. И все, кто были там, и все, кто пришел пытаться забраться на вершину, были поглощены пеплом, и стало в Кафедральном соборе тихо. Ок. Ладно. Могу я просто вот так спрыгнуть? Могу. Постраивал. А проблема в том, что... Что этот зал? Он, конечно, прикольный, но... Но больше одного раза его зачать как-то не тянет. А, ладно. Тут я смогу открыть лестницу. Наверное. Может быть. А тут я, наверное, могу спрыгнуть вниз. Нет? Нет. Ай. Трапециевидная кость палача Иеремии. Иеремия Швайгер за несколько десятилетий службы отнял жизни у тысяч заключенных и считал, что эта работа священна. Когда же в его душе поселились сомнения, раскаяние опустошило его. Ок. Так, ну мне нужно по левой стороне спуститься. Я не мог этого узнать заранее. Нет. Блин. Так, когда оно перестает дамажить? Ладно. Так, ну это спуск вниз, но это спуск не туда вниз. Хотя сюда вниз тоже. Тоже вариант. Это то, откуда я мог прийти. С этой стороны. Ага. Ну, удобно. Шорткат есть. Я, пожалуй, спущусь и... Похилюсь. Пойду обратно. Там, конечно, еще библиотека внизу есть. Но не знаю. Пока что и тут норм. Причем я даже не пойду обратно. А, я не хотел. А, не пойду обратно, а я пойду... Сначала вот сюда, вот естественно. Потому что тут труп что-то говорит. Когда иду я мимо часовни вечных мучений, я не могу себя заставить войти в нее. Она все еще кричит от боли, как в первый день, когда привели ее туда. Живое чудо, говорили вокруг. Чудо исполнило ее желание, и теперь мы молимся ей, взирая на ее нескончаемые испытания. Ок. А, но вообще, я хочу сначала вот сюда пройти. Ненависть. Ненависть. Ладно, хотя бы они с одной комбо умирают. Хочу посмотреть, есть ли что-то в этом коридоре, кроме колоколистов. Блин, они с одной комбы умирают, когда у меня получается эту комбу сделать. Сколько вас здесь, чуваки?
Ну нет, тут абсолютно ничего нет. А, ну тогда еще выше и правее. Потому что там явно замкнутый кусок, из которого я никуда не смогу выбраться. Так что его стоит проверить. Может быть, в нем что-то интересное. Gracious lady of visitor. Oh, please forgive me, penitent one, who stand in the presence of Socorro, our pious lady of the perpetual agony. Isn't she majestic? She's a miracle in herself, unceasing, eternal. She suffers for all of us, day by day, with no rest, with no end. She is our living miracle. A true example of holiness. She suffers for all. She is our. Yeah. У вас нет доступных приношений. А, ну я могу ее убить, наверное. Но если у меня нет доступных приношений, значит они в игре есть. Так что не, пусть страдает. Окей. А куда еще пойти? Выше, левее или ниже, левее? Выше сложнее забраться. Так что пойду туда. Но хотя не сильно сложнее. А, скорее, дольше. Или сложнее. Ну, кстати, таким вот образом. Вполне норм. Не отпуская кнопку атаки. Так я не долетаю до этих ловушек иногда. А, ну, здесь еще один вертикальный зал. Это изи. Наверх я не допрыгну, налево я тоже не допрыгну явно. Так что стоит спуститься и посмотреть, что внизу сначала. Когда-нибудь я перестану нажимать хил, когда я пытаюсь парировать. Тут проблема в том, что в большинстве игр, в которые я в последнее время играю, блок все-таки на L1 или L2 или еще что-нибудь такое. Короче, схема управления совсем не такая, как в большей части игр. И это немножко мешает нажимать нужные кнопки. Ок. А бедренная кость охотника за головами Карпоу. Карпоу по кличке Храбрец был охотником за головами на службе у епископов Кастодии. У Карпова был девиз: избавься от всего, и тебе будет нечего терять. Ок. Ну, от кости избавился. Ладно. Мне явно сюда. И мне явно наверх, потому что там был лут. Точнее, там был труп говорящий, а не лут. Я видел, как выкапывали труп архиепископа. Я видел, как чистили кости его в вине, дабы одеть его после шелка и злата. Я видел, как возлагали на лик его самые прекрасные камни драгоценные, и как лобызали чело его. Я смотрел, как надевали перстни на перста, ему и лобызали длани. Они подняли его, назвали имя его и стали раскачивать его, словно он снова шел сам. Ок.
Ну, ладно. Допустим. Здесь еще один чекпоинт. А что тогда внизу? Потому что там я не был. И если здесь чекпоинт, то мне дальше сюда, дальше по локе. Так что, наверное, я хочу вернуться и спуститься, посмотреть, что там. Сюда потом подниматься будет неудобно. Ау. Но, с другой стороны, если там ничего интересного... Чувак. Серьезно? Чувак. Блин. Без парирования их убивать неудобно. Или я не могу туда забраться. А, ну вообще я сверху могу спуститься. Я наркоман. Зачем я сюда спрыгивал? Почему с этой стороны я залезаю без проблем? А с той стороны не допрыгиваю, там выше платформа. Ок. Ну. Поехали сюда. В общем, если тут ничего интересного, то я могу перезайти в игру и оказаться у святилища. Но с другой стороны, наверное, я хочу оставить кусок карты открытым. Здесь не ничего интересного, а здесь проход в этот зал обратно. Блин, если я упаду вниз, то я не поднимусь сюда нормально. Могу я как-то... О, видимо так. Спрыгнуть. Ок, теперь я поднимусь сюда нормально. Я в эту сторону хотел кинуть блинчик. Ладно. Допустим. Да, Макс, за что? Вообще допрыгиваю, в принципе. Да, если постараться. А зачем там платформа? А секретка там не влезет по высоте. Так что не ясно. Не буду проверять. Ладно. Тазовая кость проститутки Джуны. Джуна Сейерс, которая пользовалась в епархии большой популярностью, соблазнила и развратила многих священнослужителей, но ее неприкосновенности пришел конец, когда упали на землю первые хлопья пепла. Ок. Ну ладно. А, и здесь еще здоровенный кусок локации. Ага, здесь есть вот эта статуя. Я избавился от вины. А, я сломаю ее. Пойду посмотрю, что за арена. Так, что у меня здесь? Защищает урон при прямом контакте. Он все равно меня дамажит, кстати. Просто меньше. Предметов там явно не будет. Ладно. Ау. А можно не спавнить так?
Чувачки. Во. Не, ну это... Это как-то жопа. Блин. Почему в этой игре такое кривое управление? Что я пытаюсь сделать что-нибудь? Но вместо этого начинаю там бить воздух перед собой. Или еще что-то типа того. Окей. Рип. Может, все? Ну, то есть, да, но не в том смысле. Блин, почему спавны такие ужасные на этой арене? Что что-то постоянно спавнится и начинает меня дамажить мгновенно. Без каких-либо шансов что-либо с этим сделать. Не знаю. Не знаю, но пофиг. Я туда прямо сейчас не пойду. У меня есть... чекпоинт здесь. Так что я пойду сюда. Причем, наверное, сначала как можно выше. Ага, во, вот это хорошо. Это тоже хорошо, плюс урон. Плюс урон, наверное. Что я могу взять? Священный рывок. Вы достигли истинного совершенства в искусстве выпада. Якульпа прорезает воздух и создает волну, которая также наносит урон над и под клинком. Это хорошо, 9000. Это быстрая заряженная атака. Удар вверх. Это я могу взять. Атака во вращение. Но это сначала 7000, потом оно, наверное, еще дороже. Ладно. Я возьму за 7000. Дальше он за 10. Если бы я мог это проверить без врагов, было бы немного удобнее. Но не. Зачем возможность посмотреть свой мувсет? Ну ладно. Мельтиадес, выкопанный архиепископ. Ну, про него мы все уже слышали. Руки за что? Я могу дамажить руки. Но я не могу дамажить его самого. Теперь я могу дамажить его снова. Ну, интересный босс. Ау. Дамаговый босс. Совсем
Ну ладно. Куда у меня вся мана девается? Потому что у меня ее как-то нет. Или она на этот вертикальный удар тратится, который завершение комбо. Вот я хотел сделать атаку в подкате, но не. Игра не считает, что я хотел сделать атаку в подкате. Игра считает, что я хотел стоять в нескольких метрах перед противником и размахивать мечом в воздухе. Изи. Но прикольно. Почему-то он умер, когда у него еще был хелсбар, вроде бы. Там типа одно деление еще было. Странно. Ну ладно. Я вернусь сюда. Но босс интересный и прикольный. И как бы он не то чтобы особо сложный, но... Но достаточно сложный и адекватный. Так, и что здесь? Карта недоступна. Это нехорошо. Угу. Изуродованная маска Арестеса. Ок. Артефакт, найденный в руках мертвого архидиакона в сновиденном мире. Ок. Признание Арестеса. Мои силы тают. Я боюсь, что выполнить священную миссию, доверенную мне твоим наиславнейшим, не в силах моих. Все остальные ошибаются. Если бы ответ был найти так просто, я бы не пришел в это место, приступив к пределу плоти. Отпущенного мне времени и ранее слишком малого не хватит, чтобы раскрыть бездонные тайны этого королевства сна. Эту землю мои невежества и гордыни превратили в мою могилу. Я нахожу утешение в том, что знаю. Маска останется со мной и не попадет в нечестивые руки, так же, как ответы, которых искал я, смогли ускользнуть от моего неумелого взгляда. Окей, Что с ней делать? I see everything from the highest point of the dried tree, in which the miracle has reincarnated me. Ок. Могу ли я отдать эту маску как подношение туда? Ясно. Зато ясно, что я могу спуститься сюда. И попробовать еще раз арену. Так, что было первой волной? Два милишника. И это хрень. Не бить больше двух раз. Ладно.
вообще-то пытался прыгнуть. Ладно. Это теперь ее не ваншотит? Ваншотит. Ее, его. Не уверен. О, не ваншотит. И это значительно удобнее. А на этого чувака 5 ударов вместо 6. Окей, 2 колоколиста? Или еще нет? 2 колоколиста. Которые, блин, проезжают на полметра дальше, чем надо. Каждый раз. Стулья и чуваки, которых можно парировать. Нажал. Еще волна. Не, ну я такую фигню убивал, конечно. Как-то. Ладно, все. Ура. Потому что еще на волну у меня нет хп. Сердце единственного звука. И выращи побег. И большой подарок Диаграсиас. У меня уже был такой, правильно? У меня явно уже был такой. С таким же описанием. Но почему на нем не написано, что их 2? Неясно. Так, и что еще я получил? Во. Сердцевина меча, которая издает загадочный звон. Можно вставить мяа кульпа. Заставляет лезвие вибрировать и позволяет при ударе уничтожать некоторые нематериальные летящие объекты. Снижает сопротивляемость владельца к воздействию стихий. Типа можно фаербол сбивать? Или что-нибудь подобное. Может быть. Что у меня еще было? Силы и время действия молитв. Количество собираемых слез искупления. И увеличенный урон на низком хп. Ну ладно. Допустим. Могли бы после арены восстанавливать хп? И да, надо. Надо вот так сделать. Ненависть. Куда это ведет? В новую локацию. На крыше. А, ну, у меня на самом деле развилка немножко. Я могу идти на крыше. Я могу идти в библиотеку. А, я могу вернуться туда и что-то сделать. Но, наверное, я хочу спуститься и посмотреть, могу ли я отдать маску туда. Потом, может быть, все-таки в библиотеку идти. Удобно, что здесь можно спрыгивать. Где угодно и как угодно. 4 удара на них, на самом деле. Ай. А, видимо, типа, третий удар слабее.
что первые два и первые два хватает, а первые три, то есть вся комбо еще первый не хватает. Ладно. Вообще, наверное, я тут отдохну. Ты что-нибудь новое скажешь? Нет. He pray it made every inhabitant this triune tree that every year for twist. Чувак, ты слишком много говоришь. А, ну в общем, наверное, я проверю, что наверху. Могу ли я туда сдать? А, маску. Это не здесь было, это было еще выше. Ай. И после этого закончу это видео, и в следующий раз пойду в библиотеку. Мне кажется, хороший план. Ок. Платформинг. Почему? Сейчас не задамажило, а сейчас задамажило. Что с этими ловушками происходит, как они работают? Я, в принципе, могу висеть какое-то время. Потом прыгать только, точнее, подниматься только, когда там безопасно. Ок. Это немножко все упрощает. Очень недоступных отношений. Ладно. Тогда на этом все. В следующем видео посмотрим, что в библиотеке. Может быть, посмотрим, что на крыше, если библиотека маленькая. Я бы реально хотел найти Fast Travel. Потому что у меня есть что отдать туда вроде бы. У меня, наверное, есть что отдать и туда, как бы. Там можно было отдавать, короче, туда и туда. Во. И у меня есть корни, с которыми я что-то могу сделать на каких-то локациях. Это тоже когда-то хотелось бы проверить. Но Fast Travel пока что нет. Может быть, он в библиотеке, может быть, он на крыше. Разберемся. Ну, а на сегодня на этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока.